Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Давай! Давай, квашонки! Нет, не смешной квашонки пришел ко мне, говорит, давай поиграем в домино. Я в ответ квашонкину протянул руку ко мне, он не стал под зиму там лежать ее. Не смешной квашонки, пошел ка ты нахуй, уходи сейчас с моего балкона. Ты настолько не смешной, что мне смешней даже моя тетя Маруси Кома. Она вышла из комы и сказала, прошу, уберите квашонкина скорее из эфира. Я ей ответил, извините, тетя, но буду называть вас теперь задира. Эй, квашонки, давай пиши. Эй, квашонки, напиши ли анус. Эй, квашонки, мне покажи, где живет тот икар, что сбился. Я но не сбил тебя. Сбился, я но не сбил тебя. Сбился, я но не сбил тебя. Сбился, я но не сбил тебя. Квашонки, привет, шлю тебе письмо. Как дела, как твоя тетя Клара? Почему давно ты не шутил про то, что ты сжег наш дебаркадер? Мы теперь не можем кататься по лесу, мы теперь не можем даже показать всем, как проросли в землю наши ногти и как ох у нас размера член. Коноха деревня листал, прошу, приходи, квашонкин, подари мне молот. Эй, квашонкин, я тебя прошу, уходи отсюда, я убью тебя, квашонкин. Квашонкин! Эй, эй, я Диего Марадона. Играю как Диего Марадона, мяч между ног, треугольный глаз над нами. Я Диего Марадона, поцелуйте мое алое знамя. Мой, эй, что ты знаешь о коне? Ты ничего не знаешь о коне. Ты ничего не знаешь о коне. Да что ты знаешь о коне? Ты изучал лошадок 3 года, еще в институте, но не приблизился ты к сути. Ты не знаешь о коне. Даже то, что есть копыта, ты не знаешь о коне. Извини, но ты убыток. Я вычисляю тебя, ба-ба-ба, прямо с бишкина. Ты не знаешь о коне, ничегушки. Ты ничего не знаешь о коне. 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 Возможно, у тебя была в деревне лошадь, и ты катался на ней, может быть. Но если лошадь окажется в бабке, скажи, как может она плыть? Ты ничего не знаешь о коне. Ты ничего не знаешь о коне. Ты ничего не знаешь о коне. Может быть, ты знаешь о козле. Может, ты знаешь о лягушке. Может быть, знаешь о воде и вдове. Но ничего не знаешь о коне. Ты ничего не знаешь о коне. Про бобра. Ты что-то знаешь про бобра. Эй, эй. Но ничего не знаешь о коне. Что ты знаешь о коне? Что ты знаешь о коне? Ты ничего не знаешь о коне. Может, что-то знаешь про бобра и лягушку. Но ничего не знаешь о коне. Ра-та-та. Эй. Ты ничего не знаешь о коне.